Пусть только хорошо сделал. Да ладно тебе. Говорю, мы пока справляемся здесь. Трям! Изи, ёпта. Так, чуть мне страшно на секунду стало, я отошел. Блин, Сухов подошел, короче, и втишь меня стопанул. Артанис не должен проиграть соло-линию. Будь аккуратненько. Ой-ой-ой, меня хотят убить. Блин, у меня КД. Аккуратненько, сейчас будет прыжок. Что там, Артань, сей, брат? Выбери талант. Эй, брат, дай 5. О, вообще круто. Заряжай меня, ребят, заряжай. А что, она меня хочет прямо убить, да? Вала! What the fuck are you doing? It's crazy shit, girl! Снекер Укр, привет! Да, видел анонс. Он очень крутой. Прям. Че не попадает на бомб? Били все-таки. А, там форт бил, да? Все, Артань взял, молодец. Утка под... Не, не подгорела, а утка подгорает. Так он говорит. Да, я тоже рад, хотя хотел этого героя бы увидеть. Чем было бы интересно вообще, как его реализуют. Просто это же юнит обычный, да? Интересно, как его, какие способности будут. А, я промазал я, ну ладно. Погнали! Снесем еще и стеночку здесь. Кто вообще придумал такое устройство ванной? Да ладно тебе, я ж пошутил. Ой, серьезно, ребята, убить же хотят. Наверное. А, нет, не убьют Диабло. Диабло, короче, спас меня. Спасибо, брат. Спасибо. Просто такой сейф от Диабло, ребят. Ну, такого сейва я давненько не видел. Давай, дружище. Ну, он старался, короче. Старался здесь. Ууу, безумно рад любому герою из СК, обожаю эту вселенную, и я тоже, дружище, и ты не представляешь, насколько я люблю эту вселенную. Эти, мы заберем сами здесь. Соня, тебе спасибо, конечно, за то, что ты нам помогаешь. Безумно рада. Знаете, я буду доволен, даже если мы проиграем. Это классная игра. Даже вот за эти 5 минут я здесь просто эмоционально зарядился очень хорошо. Блин, я чуть ничего щитком энергии не получил. Как обидно. Дал бы кто энергию. Нам, по идее, конечно, линиями бы поменяться. О, Артанец справляется, поэтому... Здесь нечто. Ой, попал. Трям! Убийство! Серия
Рубим. Сейчас будет хук. Рубим. Всех рубим. Буфор сломаем, короче. Зачем ты туда зашла? Я считаю, что просто так зал. Зазря. Ты дышь. Заря здесь, заря в силе. Смотрите, у меня на... заря хорошо получается в Overwatch'е. Один из моих сильных героев. И здесь тоже. Это же круто. И трейсер у меня тоже там хороша. Поехали. Да, вот это сейчас нас могут поймать на муви. Ибо мы все разъединились. Таня, живи. Сейчас еще щиток идет. Ой, это плохой гравитон, но мы Сони забрали. Плохой гравитон сдал. Блин, медленный. Пускай энергия идет. Давай здесь брать еще. Смотри, просто 135, да? Изи для мили Зари. Изи. Невосходно. Достал, да. Так, что там у ребят, нормально все? Так, кажется, мы идем с боссом. Теперь пошли по топчику. Там зерги-то по-любому все сделают. Круто. Заря здесь. Огонь по готовности. Ракатакатунтики-та-тум-пум. Как же враги ходят по порче кулдана на 7 минуте уже на стакл. Да, это хорошо прям. Свапает не очень. Ну, как и я, в принципе, гравитон. О, под минус. Кстати, вот против этого ДСА играл, точнее, вместе с в команде с ним играл, он меня ругал, типа, плохо играю. Заполняю камеры согласно протоколу. Блин, ты что-то ушел опять. Давай второго подберем еще. Бей, босса, бей! Гора падает! 9 минут игра, ребят! Тра-та-ка-та-та! Па! Заря! Соло-танк на линии! И мы справились со своей задачей! Теперь можем отправить спокойно в игру со зрителями. Хотя с таким настроением надо, конечно, лигу продолжать, ребят! Но, ладно. Хуу! Yeah. Блин! Классное настроение! Три игры всрал, одну сам. Две с троллями, и вот всего лишь одна победа. Ой, удовольствие получает от игры, ребят. Давайте расскажу вам про таланты нашей соотечественницы. Поскольку сделал свой я выбор именно Зарю, да, и отправился я сражаться с четырьмя миликами, да, ну ладно, с тремя миликами, плюс здесь еще Лунара, естественно, мы здесь делаем ставочку все куда. Да, на миле. На ближний бой, поэтому автоатаки Заре наносят 50% больше, если рядом с нами сражаются. Вот, поскольку тут одна физуха и очень опасный седогриф, естественно, блоки щитов. Это блоки щитов со всех, так что и команде тоже помогаем. Здесь мы по истечении времени действия щит начинает дамажить. Это доп. Урон. И мой кривой гравитон, которым я, к сожалению, попал всего один раз. Ну, и сдал так-то два раза всего. Вот, но... Эта ульта здесь была бы очень хороша, потому что у нас неплохое АУЕ, под стяжечку бы стуков бы давал сало, но это в идеале, к сожалению, так не получилось. Вот, ребят, дальше ситуация развивалась бы как, я взял бы два щита, взял бы неудержимость,
неудержимости, два щитка бы взял обязательно. И, естественно, КД щитов я взял бы на последнем уровне. Ну, на 20-м, точнее, не на последнем. Это было бы неправильно. Вот такая вот каточка на заре. Это было здорово. Если у нас желающие поиграть, ребят, своя игра или квик. Есть, вижу, набираем. Так, Башер и НДЖГ. Поздравляю тебя, у тебя мут слетел. Давайте, ребят, еще пару плюсиков и отправимся в квик. А я пока пойду за углями.